И о погоде. На следующей неделе в Таганроге малооблачно, небольшие дожди. Температура воздуха колеблется от минус 2 до плюс 4 градусов. В Москве пасмурно, снег, температура воздуха минус 19, минус 17. В Краснодаре малооблачно, осадки, температура воздуха плюс 2-3. В Севастополе будет пасмурно, дождь со снегом, температура воздуха плюс 3-4. Вся жизнь Таганрога на интернет-портале taganrog.tv.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи!